говорила Сашка, сейчас центряться, шелуптаться. Вот эти девочки, блин, красавица. Сашка, блин. Диана. Учится. Что? Она нет, она ушла в другой лицей, потому что кто здесь, то он чем-то заниматься должен. Но пришел там лук, джуда, баскет, волей, они так вот, вот сейчас девочки. Патруань, на правильный момент. Патру Чинча. Футболисты тоже. Есть маленькие, которые по 2-3 года тренируются. Потом они устают и думают, я перейду лучше на бокс. Идут на бокс, получают тыкву. Думают, нет, бокс хорошо, блин. Но плавание лучше, блин. Идет на плавание. А ты кто так? Даша, да? Нет, Даша нет. Даша нет. Она плохо учиться стала, плохо посещает занятия и отсюда выгнали. Она пошла в лицей обычный. Ожидаться. Пошла обычный лицей, а там лицей не спортивный лицей. Там очень много требуют, там нету спорта, там не требуют заниматься сексом. И она перестроилась, стала учить. Я не знаю, хорошо она учится, плохо учится. Но она говорит, Сергей Ильич, я не успеваю. Так же, как и Луменица тоже была. И девчонка у меня тренировалась. Тоже ее за плохое поведение, за этот выгнали. Ну, наверное, тяжело учиться, тренироваться, тяжело. Вот. Но здесь и спрос меньше. Потому что там, в лицее, там составляет лицее? Работать много. Это тоже очка? Чка, вот здесь, Гаудиан, да? А, Гаудиан. Вот, кажется, она там, потому что я ее встречал один раз. Да, там она больше. Она совсем другая. Раньше она ходила, там, морду дам, это. Да теперь уже нет, прическа у нее, прикид уже красивый. Сейчас она его может. Вот, то есть это осталось, и говорит, Сергей Анатольевич, я бы приходила, но, говорит, я не успеваю. Правильно, я знаю, там у меня сын учился тоже, дочка училась в этих лицеях. Давай, тренировался. Вот. Что-то. Хотя я тренировалась. Так, боремся, пацаны. Застрали. Поставили 4, 1, 2, 3, 4. Так он говорит, блин, а потом сам смывается, блин. Все пашут, а он, блин, сидит. Сказки рассказывает. Еще, дай. Возьми, 1, 2, 3, 4, вот еще. Так, 3 пары на ковер. Так, нет, все сейчас выходят и будут делать 100 бросков. Потом опять бороться. 3 пары на ковер. Считаю до 5. 1, 2, 3. Так, пацаны, цени приза, аттенция. Так, готовы? Засеките 4 минуты, Саша. Можно я? Ну, следующий пойдешь. Следующие 4 будет. Посмотри, Макс, ты не готов, пояс не завязан. Ну, как я тебя выпущу? Ой, ну боец. Линия албастру, линия роши. Да. Акции, но. Там я буду бороться. А следующая пара будет 4. Три пары. А одна лишняя. Одна не лишняя. Юра, они сейчас выйдут, отборятся один раз, второй все, а потом будет бегать и прятаться. Потому что я скажу, ой, я устал. Ну пусть лучше 10 минут отдохнул, чем 5 минут отдохнул. Да нет, я тоже давай. Ай, молчи. Ай, лук колосол, 10 секунд. Вазари. Каждый по 3 склада. Ну, цени мену. Ну, цени печору. Ну, цени печору. Через спину колен, задняя подножка, подсечки, зацепы. Пока не поваляешь.
Yeah.
Андрюша, Андрюша, я тебя прошу, сядь там, посмотри за ребятами, если что, скажи им от этого. Не-не-не, сядь туда, пожалуйста. Вот смотри, там, ну, еще что-то. Скажешь им от этого? Как бы ребят уже борются, это. Шерифер. Андрей, ты часов ходи и стой. Или скажи, а икон, цене держания, да, икон. Эй, ножницы не делай. Еще раз, ножницы, ребят, не надо делать. Делайте на соревнованиях, здесь не надо. Это такая травма, что на всю жизнь колено улетает. Я вас прошу, ножницы не делаем. Андрюха, смотришь? Да. Они что-то могут делать? Так. Не, если они могут делать, не трогай. А если видишь, стоп, аккуратно. Объясни, что под дзюдо это нельзя делать за ноги, а по-самому можно. А то это, с новичками не хватает пока за ноги. Вот там Гриша, Степу можешь, Серегу можешь, а ты стараешься без ноги. Вот. Макс, я тебе прошу, их не хватает за ноги, новичков. Вот ребята, что кимоно новенькое. Вот эти уже как бы знают, а они нет. Я им запрещаю за ноги, а ты все равно берешь. Три пары готовятся. Бери, ай, хорошо. Это не боевой раздел. Я покажу подсечку, не бейте так, пожалуйста. Все, мате. Мате. Стоп, не уходим. Заправились, поправили. Я тут не могу. Поправились. Мальчики, линия албанском и линия рошу. Встаньте на линию, не ходите, ну ходите. Ай, боец, меня рошу, пожалуйста, встань. Нельзя ходить. Встал на линию, заправился. Сорок МТС, поклонились. Следующие три пары. А что, опять? Вы так же боретесь, они так же. Да, он, я смотрю.
пусть попросит. Он есть его друг Сережа. Мы братья. Это братья. А вот воняет. Вонь, нет, это не вонь, это запах. Давай. Однечко, понюхай. А право, Ваня? У них даже запах один. Запах мандарина. Есть и фон, но рава. Цене, цене, цене. Нормально, нормально. А как ты хотел? Еще сильнее бьет. У вас же кимоно нет, поэтому так и вольная борьба получается. Хорош, Миша. Спасибо, брат. Миша, Миша. Бля, ходишь, ноги крестишь, как новичок. Красиво ходи. Красавец, Толян, дедушка. Быстренько ушел от своих. Хорошо, что на чучело не бросился. Да, слушаю. Сережа, он должен быть на тренировке? Я так понимаю. Это тренер говорит. Он на тренировке, он тренируется. Луи Маркс, Джой Винни, Чиш, Лёна Шапки. Вообще не беспокоит. Сред, кто? А что? Девочка. Один? А? Один? Нет. Окей. Ну, спасибо. Вообще, что? Что ли? Я супер! Пацаны, пацаны! Что вы хотите, если он занимается? Вот так мы с ним летом занимались, профессора, блин. Да. Вот, вот стойком я занимался. Мате! Стоп. Заправились. Маечки заправились. Плавочки, трусики поправили. Поклонились. Что, Ларри Ведерин? Скоро, Мате. Следующее. Кто там летом работал с Гришей? Покажите эти тренировки. А потом смеются. Вот смотрите на него и увидите себя. Как вы его научили, блин? Так он и борется. Смеются над другом. Шарик, а мой чем соболит? Можно еще раз? Ладно, можно посмотреть что там. Да, где вы? Победа! Серега, я думаю, он останется живой?